Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. Ну что, наконец-то расцвели розы, начали цвести у меня в саду, и наконец-то я могу показать вам некоторых из своих любимцев. Пойдемте смотреть. Первые розы, которые расцвели у меня в саду, это сорта группы мускусных гибридов. Я их очень люблю. В основном это у меня розы селекции Ленса, бельгийского селекционера. Вот это вот сорт гирлянда де Амур. Это плетистая роза, у меня она на штамбе. Как вы видите, очень-очень обильно цветет, но это, в общем-то, характерно для всех практически сортов группы мускусных гибридов. У этого сорта есть небольшой недостаток, общий, я думаю, что для большинства белых сортов, отцветшие цветочки у него повисают такими грязными коричневыми тряпочками. Их необходимо удалять, иначе может кисть выглядит немножко неопрятно. Эти сорта у меня зацветают самыми первыми в саду. У меня еще ни одна роза Остина не цветет. Ничего еще не цветет. Вот все мускусные гибриды у меня уже в цвету. Сорт очень эффектный, как на штамбе, так и в плетистом, так сказать, исполнении. Очень-очень выносливый. Вот этот штамп у меня растет уже достаточно много лет, и пару лет назад я его пересаживала вот в таком взрослом состоянии, то есть ему было уже на тот момент, мне кажется, лет 7. Мы расширяли бассейн, и нам нужно было убрать цветник, на котором рос этот штамп, и вот такой огромный штамп пришлось пересаживать, перетаскивать, и я, честно говоря, очень боялась того, что с ним станет после такой варварской пересадки, потому что, я думаю, вы знаете, чем старше роза, тем она хуже переносит пересадку. Лучше пересаживать молодые кусты, а старые лучше все-таки не трогать, если нет совсем уж острой необходимости. Но, как видите, она прекрасно пережила такое варварское к ней обращение, цветет обильно. У нее такая вот очень пушистая большая крона. Сейчас я отойду подальше, покажу вам вот такая огромная масса цветов. В общем, очень красивый сорт, очень его люблю. Вот это, не побоюсь этого слова, звезда моего сада. Это роза сорта балерина. Она у меня на штамбе. Есть и кустовая ее версия в другом месте. Она у меня еще не зацвела. И, честно говоря, лучше розы я не знаю, хотя она вроде бы не выглядит, как мы привыкли видеть розу, она не густомахровая, она не крупная, каждый цветочек у нее очень невзрачный, но вы видите, что она вся покрыта цветами, ее можно принять за гортензию издали, потому что шапки по форме похожи. У нее цветки очень нежные окраски, напоминают яблоневый цвет, она абсолютно неприхотливая, плюс у нее очень красивые формы куст, вот видите, штамп абсолютно без моего участия, растет таким полушариком, полусферой практически ровной, очень красиво смотрится, поэтому если у вас стоит перед вами выбор выбрать какой-нибудь один штамп для сада, который будет давать максимальный эффект, то я советую именно этот сорт, именно на штамбе, потому что, во-первых, он даст очень красивую форму куста, он очень обильно цветет, он неприхотлив, он не болеет, и плюс цветение у него очень обильное, продолжительное, после того, как эти шапочки отцветут, вы их срезаете, она выпускает новые побеги и цветет уже до морозов. В общем, если для вас важен именно общий внешний вид куста, а не красота отдельного цветка, то вот это один из реально лучших и моих самых любимых сортов в саду. Я начала вам показывать мои штамбы, покажу еще один. Это сорт Heavenly Pink, это тоже мускусный гибрид. У него мне очень нравятся цветочки. Сейчас я постараюсь снять поближе. Посмотрите, какая милота! Вот эти маленькие очаровательные розочки. Меня, когда я впервые их увидела, купили раз и навсегда. Они какие-то такие нежные, такие миленькие, такие красивые. Такие масенькие-масенькие розочки. И, опять же, как видите, цветет огромными шапками. Весь штамп усеян цветами. И, как и все мускусные гибриды, очень неприхотливый. И прекрасно себя чувствует в нашем климате. Это второй из широко распространенных у нас
мускусных гибридов в продаже, сорт Моцарт. Он похож на балерину, у него похожие цветочки, но если у балерины цветочки, я вам показывала, такие нежно-нежно-розовые, как яблоневый цвет, то Моцарт уже поярче. Он уже такой ближе к фуксиевому цвету с ярко-белой серединкой, и он отличается формой куста. У него куст достаточно раскидистый, в отличие от балерины, у которой компактным шариком он растет. Здесь вот так вот он разваливается в разные стороны. Разваливается, надо сказать, очень живописно. Я его в этом году попробовала прислонить к обелиску. Мне кажется, он на нем очень красиво смотрится. Здесь вы можете видеть, сколько бутонов. Куст еще только-только начинает цвести. Буквально через недельку он будет весь усыпан цветами. Тоже цветет очень обильно. Причем это вообще большинство мускусных гибридов, они примечательны еще тем, что они очень хорошо выдерживают полутень. Для меня это очень актуально, потому что у меня сад, как вы видите, густо засаженный деревьями, кустами, и у меня достаточно много тени в саду, не все розы хорошо растут в таких условиях, а вот мускусные гибриды очень даже себя хорошо чувствуют, и несмотря на полутень, цветут обильно. Основная масса роз у меня еще не цветет, поэтому сегодня я сделаю внекорневую подкормку. Когда розы зацветают, их уже не кормят. Обычно я стараюсь выбирать для внекорневых подкормок удобрения, в котором содержится магний. Вот видите, здесь 3% магния. А магний способствует тому, что у роз будет более яркая окраска цветков. Я развожу по инструкции. Для внекорневой подкормки 100 грамм на 10 литров. У меня здесь 100 грамм. У меня 5-литровый бак. Значит, я вношу примерно половину пакетика. Опрыскивать нужно вечером, когда уже нету яркого солнышка, которое может обжечь листья. И просто брызгаем на куст, чтобы все листики у него стали мокрые. Вообще хочу отметить, что внекорневые подкормки намного-намного лучше действуют на розы, чем обычные корневые. Поэтому, если есть у вас такая возможность, обязательно подкармливайте розы внекорневым способом. Это сразу хорошо влияет на розы, они сразу идут в рост. Особенно хорошо это действует на молодые какие-то кусты. Поэтому, если есть время, если есть такая возможность, старайтесь почаще давать внекорневую подкормку, особенно с микроэлементами, потому что, конечно, основное удобрение, которое вы покупаете в гранулах, там далеко не все микроэлементы есть. Такая внекорневая подкормка, она очень хорошо влияет на ваших красавиц. И вообще, по моим наблюдениям, жидкие подкормки розам нравятся все-таки больше, чем подкормки медленно действующими удобрениями. Когда у меня было больше времени, больше сил, может быть, где-то на уход за розами, я каждую неделю поливала всех своих красавиц жидким удобрением. Тогда еще, может быть, знаете, было такое удобрение, жидкая финская кемира, вернее, растворимая финская кемира. Это был такой большой мешок, 50 килограмм у меня. Мне привалило счастье в его виде, я его где-то купила вместе с розами. И там такой розовый порошок, не порошок, ну, в общем, растворимое удобрение. Когда его растворяешь, такая получалась розовая водичка. И вот этой розовой водичкой я свои розы каждую неделю поливала, и они были совершенно невероятные. Пока у меня не закончился этот мешок, теперь нигде не могу купить. Кстати, если кто-то знает, где взять настоящую финскую кемиру, вот эту водорастворимую, обязательно напишите. Я буду очень признательна, потому что сколько ни искала, ни в интернете, нигде найти не могу.
И в том числе этой же самой водорастворимой финской кимиры я делала и вне корневой подкормки для роз. Ну, а сейчас покупаю, что придется, просто смотрю на состав, чтобы в составе обязательно был магний. Либо, если это конец лета, то я стараюсь выбирать удобрение, в котором содержится калий. Калий-магнезия, вы знаете, наверное, это лучшее удобрение для роз осенью. Вот что-нибудь похожее по составу я стараюсь и для вне корневых подкормок выбирать. Но в целом это, конечно, история для начала лета, пока еще растения нуждаются в азоте, потому что вне корневой подкормки они, конечно, очень быстро хорошо усваиваются, и розы очень благодарные растения на подкормке, они сразу идут в рост, лучше растут и лучше цветут. У нас почти созрела черешня, правда, черешней полакомиться нам удается нечасто, помимо нас на нее очень много желающих. Первое дерево, которое у нас уже созрело, за один день полностью обнесли дрозды. Как отгонять этих маленьких негодников, я совершенно не представляю, они ничего не боятся. Прилетают всей толпой, и на следующий день от всех вот этих ягод ничего не остается. А в прошлом году то, что не съели дрозды, у нас доели осы. Так что урожай можно было собирать только с риском для жизни. Но хочется надеяться, что хотя бы часть из всего этого великолепия достанется мне и моей семье. Расскажите мне, если вы знаете, как бороться с такими вот маленькими сластенами, как отгонять их от вкусных ягод, не причинив их вреда. Мне очень интересно, есть ли такой способ. В своем прошлом влоге я начала рассказ о моих любимых компаньонах для роз. Я рассказала о тех видах трав, которые мне нравится сажать вместе с розами. Ну, а сегодня я хочу продолжить рассказ о лучших компаньонах для роз. И я покажу самые-самые, что ни на есть, классические сочетания роз с другими многолетниками. И, конечно, наверное, самое классическое из всех классических сочетаний – это розы с геранью. Герани я очень люблю. В свое время мне их очень-очень много было в саду. Сейчас осталось всего три вида, потому что некоторые не устраивали внешним видом куста, некоторые цвели не так, как мне хотелось бы. В общем, оставила только самые-самые, так скажем, выжимки лучших из лучших. И первая из них, которую я хочу рассказать, это герань армянская. Цветки у этой герани достаточно крупные, порядка 3 сантиметров. Для герани это достаточно много, потому что в основном у них цветки мелкие. И, как видите, она очень обильно цветет, то есть весь куст усыпан цветами, благодаря чему она прямо вот привлекает взгляд, благодаря к тому же и яркой окраске. Единственный момент, нужно внимательно подбирать цвет роз к такой герани, потому что если с белой розой, вот сейчас покажу вам, чуть-чуть подальше отойду, смотрится очень-очень здорово, то с розовым цветом может выйти накладочка. Вот как у меня здесь, видите, у меня здесь роза такая, она чуть-чуть потеплее, чем герань, и уже оттенок, видите, совсем не сочетается. Я, скорее всего, буду этот кустик убирать от герани, потому что, ну вот, на мой взгляд, вот эти разные оттенки розового, они все-таки спорят очень сильно между собой. Куст достаточно большой, он около метра в высоту, достаточно объемный, то есть подойдет для крупного цветника на маленькой клумбе где-нибудь, он может и задавить какие-то слишком маленькие кустики роз. Ну а если у вас есть большой куст розы, вот как у меня в данном случае, огромный белый штамп, с ним такой куст герани будет совершенно потрясающе смотреться, и, на мой взгляд, это одно из самых декоративных сочетаний. Тем более, что герань зацветает примерно в то же самое время, что и начинают цвести розы. То есть вот у них прямо пик цветения совпадает, и цветник с такой геранью будет смотреться очень-очень эффектно. Вторая герань, которая у меня входит в пятерку любимых в сочетании с розами, это герань грузинская. Видите, у меня такое сочетание: герань армянская и герань грузинская. У нее очень красивые окраски цветки, они тоже достаточно крупные, даже покрупнее, чем у армянской. Видите, они уже сантиметр 4, даже 5 бывает. У нее очень красивые лепесточки с сердечками, на них рисунок, видите, жилочки
потемнее основного цвета и в целом смотрится очень декоративно даже сама по себе. Но, на мой взгляд, самое-самое удачное сочетание для нее это с розовыми розами. У меня здесь она сидит с сортом Мэри Роз, и сочетание просто вот просто бомба, я считаю. Вот с таким вот классическим розовым цветом. Такая герань очень красиво сочетается. У нее есть недостаток, куст разваливается. Вот видите, листья лежат на земле. Но у меня здесь немножко в сорняках. И цветоносы тоже поникают. То есть для нее по-хорошему нужно предусмотреть какую-то подпорку. Вот это ее единственный недостаток. То есть если армянская она хороша и кустом, то грузинская она, вот, к сожалению, мне на краю клумбы не очень нравится. Я ее буду пересаживать куда-нибудь поглубже. И раз уж я здесь, покажу вам еще одного моего любимейшего компаньона для роз. Это астранция. Это, конечно, вот тоже классика-классика. Даже в букетах очень часто розы с какими-то такими колючками любят сочетать. И в данном случае, вот мне тоже очень нравится сочетание такое в тон розовая астранция и розовые розы. Она абсолютно неприхотливая, ей ничего не надо, она растет сама, без всяких плясок, без укрытия, без ничего такого. Куст аккуратный, красивый, цветоносы не падают, и даже после того, как она отцветет, она достаточно декоративно смотрится. Так что очень советую. И сразу же покажу вам третьего участника этой композиции. Это колокольчик. У меня в данном случае колокольчик персико-листный. Вообще колокольчики с розами я очень люблю. Они очень красиво смотрятся. И опять же фиолетовый тон колокольчиков с розовыми розами. Это прямо вот тоже классика-классика. Колокольчики эти очень неприхотливые. Они сами у меня сеются в саду, вырастают в самых неожиданных местах. Так что если вы ищете что-то неприхотливое, но декоративное к розам, то попробуйте колокольчики. Возможно, вы заметили, у меня в саду практически нет однолетних, двулетних растений. Я немножко лентяйка, я не люблю их выращивать из семян. К тому же я отличаюсь способностью уморить сеянцы даже самых выносливых растений. Но вот это небольшое исключение из правил, и это тоже такая прямо классика-классика для соседства с розами, наперстянка. Она уже у меня вот эта практически отцвела. Я ее просто обожаю. Вот эти нежные розовые колокольчики просто потрясающе сочетаются с розами. Особенно если у вас тон в тон или вот как здесь. Белые розы с розовыми наперстянками. У меня, к сожалению, не очень получается их вести в саду так, чтобы они росли самосевом, размножались. Потому что я знаю, что такое возможно. Это растение двулетнее. В первый год оно дает розеточку листьев. И на второй год из этой розеточки вырастает цветонос с этими чудесными колокольчиками. После этого созревают семена. Их достаточно легко посеять. Просто вот так вот пошевелить, пошрудить. И семена просыпаются на клумбу. И после этого они должны прорастать сами. Но у меня никогда они сами не прорастают. Вот эти какие-то единичные цветоносы у меня получились. Вот я их не сажала. Вот у меня один и второй они выросли сами. Я даже не знаю откуда, потому что уже много лет я не сеяла наперстянку. Но в основной массе, в таком количестве, в каком мне хотелось бы, они у меня не вырастают. То есть их все-таки нужно сажать рассадой. Когда-нибудь, когда у меня будет больше времени, я обязательно буду заморачиваться и сажать рассаду на перстянок, потому что с розами они смотрятся совершенно бомбически, причем совершенно разные окраски. У меня был год, когда у меня с английскими розами сорта Молинью росли розовые наперстянки, видимо, за счет того, что у нее, видите, вот такой вот чуть-чуть желтоватый оттенок на молодых бутонах есть, вот с нежно-желтыми розами, совершенно потрясающе смотрелось, мне очень нравилось, но сейчас уже
и розы той нет, и наперстянок тех, к сожалению, нет. Но когда-нибудь я обязательно воссоздам это сочетание, потому что оно одно, на мой взгляд, из самых удачных и, в общем-то, несложных в исполнении, потому что наперстянка растение очень неприхотливое. Единственный момент, насколько я помню, она ядовитая, поэтому если у вас маленькие дети, то не давайте им ее срывать. А луком моим скоро будет пора на покой. Я их буду выкапывать, потому что листья уже совсем высохли. Я буду выкапывать луковицы, их рассаживать, потому что они тут слишком густо уже растут, и рассаживать в новое место. И вот здесь у меня еще одно растение, которое тоже будет очень красиво смотреться, когда зацветет вместе с розами. Это вероникаструм виргинский. Он нежно-сиреневого цвета. Вот здесь чуть-чуть видно бутончики, он еще не зацвел. Но когда зацветет, у меня тоже будет такое вот фиолетово-сиренево-бело-розовое сочетание вот в холодных тонах. На мой взгляд, очень удачное оно получилось. Ну что же, я вас, как обычно, жду в комментариях под этим видео. Пишите свои вопросы, замечания, пожелания, что вам хотелось бы узнать, о чем вы хотели бы услышать, про мой сад, про какой-то мой опыт. Ну а на сегодня все. Всем пока!